Шумерле прошла 14-я спартакиада работников органов государственной власти Чувашии и органов местного самоуправления. Дартс и волейбол – соревнования заключительного этапа. В рамках спартакиады состоялся и традиционный товарищеский матч по волейболу между командой Кабинета министров Чувашии и сборной глав администрации муниципальных районов и городских округов нашей республики. Наличие спартакиады у работников как государственного, так и местного самоуправления – это очень важный момент, так как он укрепляет здоровье, он сплачивает народ, люди собираются на определенной территории, знакомятся, это также знакомство. Расширение своего кругозора, знакомство с другими районами. В этом году финал спартакиады государственных муниципальных служащих проходит в городе Шумерле. Лично я здесь впервые, мне здесь очень нравится, в самом городе, в самом физкультурно-оздоровительном комплексе. Очень добродушные люди, хорошо приняли, хорошо разместили. Все проходит на высоком уровне. Не обошлось и без специальных наград. Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта России» глава Чувашии вручил директору детской юношеской спортивной школы «Патар» Батыревского района Алексею Краснову. Женина, Нина Кропаткина, Игорь Зверев, Республика.